Друзья, всем привет! На дворе 2 июня, лето началось, и у нас сегодня с вами будет, с одной стороны, развлекательный ролик, а с другой стороны, мотивирующий, потому что я вам сегодня привел не то чтобы крутую тачку, а мечту многих. Mercedes C63S в кузове купе, 205 кузов. Вот этот автомобиль новый в 2017 году по конфигуратору стоил 7 200 000 рублей. Человек покупает его у официального дилера, на нем был пробег 1600 километров, забирает его в принципе по привлекательной цене за 4,5 миллиона рублей. Кто этот человек, чем он занимается, вы сегодня узнаете, потому что мы дадим ему слово. Давайте я вам сейчас кратенько расскажу про автомобиль. К слову, это первая купешка у нас на канале. До этого у нас были все что угодно: седаны, паркетники и так далее. Друзья, под капотом здесь скрывается V-образная восьмерочка, 510 лошадиных сил с крутящим моментом 700. Расход у этого автомобиля самое важное, да? Если зайти на официальный сайт, то можно увидеть цифры и серии. Средний расход там 11-12 литров. В реале владелец рассказывает, здесь расход 25+. Конечно, на этом автомобиле хочется понаваливать. Про эксплуатацию мы пообщаемся чуть позже. Здесь стоит 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7 G-Tronic. В стоковом состоянии автомобиль, в принципе, с хорошим звуком. Хорошими паспортными показателями для разгона. Машина относительно тяжелая, соответственно, развесовка здесь тоже достойна. Сесть в автомобиль, в купешку, вы все прекрасно знаете, что это такое, но вообще даже уже по видеороликам, по обзорам других людей, что управляются такие машины хорошо, но нужно уметь. Клиренс идет 140 миллиметров, диски у нас тормозные идут, ну просто они на самом деле огромные. Я даже боюсь представить, сколько это будет стоить заменить тормозные диски с колодками официального дилера. Я думаю, в круг это станет, ну, 1100. И знаете, много чего можно говорить, начать рассказывать о надежности. Ну, друзья, новый автомобиль такой стоит 7 миллионов рублей. На вторичке вот сегодня его можно продать, 2017 год, за 4 миллиона рублей. То есть, соответственно, машина однозначно для того, чтобы ты кайфовал. Вот так вот ее купить как семейный автомобиль нельзя, поэтому не вижу абсолютно никакого смысла, знаешь, делать мне какие-то акценты. По внешнему виду вы сами все скажете, нравится вам автомобиль, не нравится. Подчеркну одно, что эта машина была закатана в пленку, сейчас ее сняли, ее готовят к продаже, но ни в коем случае не думайте, что мы пытаемся вам ее продать. Покупатель автомобиль уже есть, но также есть и косяки. Так, например, обратите внимание, хром, он уже весь облазит. Соответственно, косячки-то есть по машине, а машина стоит бешеных денег. В общем, я вам предлагаю сделать по-следующему. Давайте пригласим в кадр владельца автомобиля и пообщаемся с ним, потому что он им владеет, и пусть он нам расскажет, почему этот Mercedes, что с ним было и почему он его продает. Встречайте, владелец автомобиля, молодой парень Артем. 26 Привет. Лет парню, знакомьтесь. Тёмыч, первый вопрос у людей будет: ага, 26 лет, Mercedes, что там, папа Откуда с Путиным-то бабки? Дружит? Там, когда последний раз видел чиновников наших? Расскажи, пожалуйста, в первую очередь, откуда деньги? Покупал-то за 4,5 миллиона, 26 лет тебе. Как так получилось? Часть денег, честно скажу, повезло. Где-то я вовремя купил биткоин. Вот, значит, потом я открыл свое производство, у меня сейчас своя печать. Вот, собственно, на это живу, на этом зарабатываю. То есть доход у тебя, в принципе, хороший, раз ты себе позволил такой автомобиль? Да, да, то есть чувствую себя уверенно. В цифрах не боишься или боишься сказать, сколько, ну, там, 100 плюс, 200 плюс, 300 плюс, чтобы просто было примерно? Еще пару плюсов есть. Короче, друзья, доход у парня нормальный, а где папа у тебя? Я его не видел с 12 лет, к сожалению. То есть это, к слову, о том, что я понимаю прекрасно, кто-то накинется на парня, скажет, типа, ага, все, отец, друзья. Вот бывают такие ситуации. То есть не у всех у нас там по жизни, знаешь, что там не фартит. Кому-то вот получается зарабатывать. Тёмыч, почему выбрал вот этот Mercedes? Смотрел, честно говоря, много вариантов, но по соотношению чего-то более-менее нового, чтобы на гарантии было, и вот по деньгам, которые я хотел, получился данный автомобиль. А до этого какая машина у тебя была? До этого у меня был старенький Jaguar XKR 2008 года, тоже задний привод, около 400 сил. Ты находишь его у официального дилера, ты его купил с пробегом 1600, сейчас я ошибся, на автомобиле пробег 15 тысяч чем-то. 15,5. Сколько ты им владеешь по времени?
Купил я ее в середине декабря 2018 года. То есть еще даже года нету? Да, чуть больше полгода получается. Угу. Расскажи, пожалуйста, по содержанию. То есть ты, получается, проехал, ну, условно округлим в большую сторону, 14 тысяч километров. Сколько стоит каска на этот автомобиль? По цифрам, значит, за каску отдал 200. 200 тысяч рублей. Это угон тотал и, ну, полная каска, полная, то есть каска по твой 200. Возраст. Да. Раз. Касаемо технического обслуживания, делал ты обслуживание на автомобиле? ТОшка сделана, 50. Замена масла, фильтры и масло в редукторе. То есть это ты делал у официального дилера? У официального дилера, да. Друзья, 50 тысяч, я просто в шоке. Я думаю, вы тоже, наверное, в шоке. Не смотрел какие-то слабые места у автомобиля? За что здесь нужно бояться, когда кончится гарантия? Гарантии до апреля 21-го. Я знал, что к этому времени я точно ее продам, поэтому особо не волновался за какие-то моменты. И особо даже не напрягаешься, что там с ней может быть. Нет, и так далее. Вообще не смотрел даже, что там. Слушай, 510 сил. Это же просто пушка какая-то. 4.1 заявлено, если я не ошибаюсь. Ну, у седана точно 4.1. Да. Каково вообще владеть этим автомобилем? То есть ты, получается, всегда лупишь на нем или как? Да, машина постоянно провоцирует нажимать газульку, вот, но к мощности очень быстро привыкаешь. То есть я уже не чувствую, что здесь какие-то 500 сил, не чувствую быстрого разгона и хочется больше. То есть ты как раз один из тех, кто покатался бы полгода сейчас, если ты ее не продавал, то это пошло бы увеличение мощности, а автомобиль и мотор, собственно, позволяют это сделать, то есть с них снимают и больше показателей. Ну так как сейчас лето и, в принципе, на заднем приводе в теплую погоду можно зацепиться, то да, это было бы точно увеличение мощности. Но лично мне вот непонятно, как так можно на этом автомобиле наваливать днем по Москве, в силу того, что трафик огромный. Я понимаю, что наверняка, если залезть там сейчас по номеру, проверить, у тебя там огромный список штрафов, так ли это? Штрафов, да, у меня около, ну, 117 примерно штрафов оплаченных. Вот. За превышение скорости, правильно? Все скорость, да. Но в силу того, что, друзья, как бы, сами понимаете, здесь 60 ехать, здесь, мне кажется, к педали газа вот так вот просто прикоснешься, ты уже сотни едешь, а камеры просто реально повсюду. Проблема штрафов за превышение касается абсолютно каждого, как мощные автомобили, так и немощные. Раньше я вам рассказывал о том, что есть радар-детекторы, которые помогают вам избежать нарушения. Но сегодня есть еще и мобильное приложение, которое поможет вам избавиться от штрафов. Мобильное приложение «Стрелка», которое вы можете скачать как на Apple, так и на Android. Друзья, я не буду вам зачитывать какой-то заготовленный текст. Я попользовался приложением, давайте я вам кратенько о нем расскажу. В первую очередь цена 269 рублей. Вы разом скачиваете, все. Больше никаких дополнительных скрытых платежей нету. Здесь все сделано на самом деле просто и элементарно. Есть опции, вы можете все настроить под себя, то есть посмотреть, полазить. Есть объекты, то есть вы заходите, можете сказать, какая камера, как обозначается, как она работает. То есть вы будете уже понимать. Есть базы. Значит, базы — это очень важно. Вы скачиваете базы. Опять же, нужно выставить настройки, чтобы они могли у вас автоматически обновляться. Таким образом, всегда у вас будет свежее мобильное приложение. Когда мы ее включаем, понимаете, она не работает как навигация. Ты повесил, включил зарядное устройство, едешь по городу, если вдруг что-то где-то на пути есть, она тебе сигнализирует. Очень полезно всем тем, кто выезжает за город. Поехал по какому-то неизвестному участку дороги, он тебя будет информировать обо всем, в том числе в Крым поехал. Приложение за свои деньги просто-напросто должно стоять у каждого. Внимание, неровность 200 метров, ограничение 40. То есть все работает, друзья. Понятное дело, кто-то из вас скажет, что да, в городе он будет постоянно пищать. Возможно. Но если ты выезжаешь за город, вот тут он тебе как раз поможет как никогда. Приложение многофункциональное. Если я сейчас буду рассказывать про все его возможности, на это уйдет просто огромное количество времени. Все, что вам нужно сделать, это просто перейти по ссылке в описании. 269 рублей ты потратил, но зато на будущее ты раз куда-то поехал, включил, положил. Оно, понимаешь, фоном может работать. Ты едешь, оно тебе там тит-тит, камера. На самом деле не напрягает, все можно настроить и гораздо удобнее делать, потому что интерфейс мобильный, возможностей больше, дисплей большой. Именно поэтому, друзья, я вас призываю реально скачать это приложение на свой телефон, пусть стоит, пусть будет. Стрелка ждет тебя в описании. Но ты в основном-то как едешь? В дневное время, там, в ночное время? В основном ночью, утром рано, днем стараюсь поменьше передвигаться. До метро не брезгую спуститься. Вот, ну, реально смысл. Экономить время, конечно, лучше, чем в пробках стоять. Слушай, ну купешка, в любом случае, машина, с одной стороны, непрактичная. Ты, конечно, за рулем там садишься, тебе комфортно, но вот если кого-то перевозить сзади, с одной стороны, неудобно, или ты в основном один едешь? Почему не выбрал там тот же самый седан? В основном, конечно, езжу один, но бывает, что там с друзьями там прокатиться.
Никто не жаловался, что прям сзади катастрофически неудобно. Все жалуются только на то, что неудобно залезать и вылезать. Вот это катастрофически неудобно. Ну, это стандартная проблема купешек. Да. Слушай, ходит миф о том, что на такие крутые тачки очень здорово ведутся девчонки. Ты когда покупал машину, ты не женат? Нет, не женат. Девушки у тебя нету? Ну, в отношениях, скажем так. Слушай, ну были какие-то истории, чтобы там, знаешь, подъехал кому-то такой выхлопом, бррр-брррр? Ну вот я как бы таким пикаперством конкретно не занимался, но несколько случаев есть, что девчонки сами писали или звонили, говорят, там увидела в пробке, по номеру нашла твой телефон, и вот такие случаи были. То есть подтверждается тот факт, я знаю, вы скажете, что это шкуры, не хочу никого обижать, но бывает такое, возможно, Артему понравилось, возможно, машина понравилась, но в любом случае, тачка крутая, сами понимаете, если подъехал бы я там незамужний на своей камрюхе, и он... У него шансов было бы гораздо больше. Ну, блин, друзья, ну что тут говорить? Ты покатался зимой. Я вот да. Честно тебе скажу, я прям побоялся бы сесть за руль зимой на этом автомобиле. Как это происходит? Ну, у нас дороги чистят, поэтому, в принципе, более-менее нормально. Конечно, когда снег, то тяжеловато ездить. Но ты ездил или оставлял машину? Нет, я всю зиму отъездил, но я за МКАД не выезжал. В пределах Москвы, в принципе, это возможно. И ни разу не вставал? Ну, пару раз мне помогали. Помогали? Выезжать, да. Один раз пришлось по работе мне двухметровые стекла самому перевозить. Я откинул сиденье и в багажник. Удивительно, но они влезли, правда, они вот так торчали, но я, по крайней мере, довез. Большие двухметровые стекла. Честно говоря, немножко порадовало, хотя это было, конечно, катастрофически неудобно. По обзорности, как фары светят в зимнее, в ночное время, вопросов нету? Вопросов вообще никаких нет. По обзорности, по фарам все очень даже неплохо, мне очень удобно. Присаживаемся в автомобиль, друзья, 7200. Думаю, так, а как отодвинуть-то сиденье назад? Здесь половина механическая, половина электрическая, но это вообще просто прикол. Блин, ну садишься в тачку, сиденье, конечно, очень комфортное. Чувствуется прям спорт в машине. Ну ладно, до этого дойдем чуть позже. Тёмыч, ну расскажи, от чего прям кайфуешь? То есть ты пересел с Ягуара, сел, и что тебе понравилось здесь больше всего? В принципе, визуально мне все в этом автомобиле нравится. Вот как сделано, достаточно стильно. Моменты мне очень не понравились по Алькантаре на руле, то есть она за это все время уже убитая. 16 тысяч, да, пробег? Да, Алькантара вообще никакая, хотя руки мою регулярно. После Макдональдса об руль тоже не вытирал. Приоткрыли окошко, друзья, дико жарко. Слушай, что с лобовым? Я смотрю, разбил его. Ну, прилетело со идущей спереди машины, с мусоровоза. Мусор какой-то улетел. То есть, ну, лобовухи тоже мягенькие, да? Я смотрел, у тебя даже все от песка струйно, просто да, при вот пробеге 15, там, 16 тысяч, это прям вообще прям все в крапинку вот идет. Вот за зиму, да, так от песка струило, очень серьезно. Слушай, а по отделочным материалам в целом, вот ты катаешься, какие-то есть посторонние скрипы, шумы или все идеально? Просто выглядит вот все очень круто, конечно. Выглядит очень круто, но, если честно, очень много скрипа, посторонних шумов, то есть я не знаю, будет слышно это или нет. Будет, конечно, вот это качайся. Вот, да, то есть где там в интернете ходят разные ролики про то, что все скрипит, трещит, в салоне это да, действительно так, это очень сильно напрягает. Если ехать по идеально ровной дороге, все вообще отлично, но какой-нибудь стык, если где мост, то дребезжание просто ужасное. Слушай, ну давай проверим, прокатимся на этом звере. Я прям, друзья, в огромнейшем предвкушении. А, значит, подчеркиваю еще раз, 510 сил, стоковая версия. Блин, ну это... Сейчас начинается версия серии развлекательного характера. Блин, парни, слушайте, ну это просто тачка пижонская, реально вам говорю, потому что садишься в нее, звук очень приятный, она прям реально басистая такая. Конечно, может быть иллюзия, но я сажусь в автомобиль в силу того, что он небольшой, я уже по нему полазил, посмотрел, машину прям реально начинаешь чувствовать. То есть она вот сбитая, и в силу того, что все боковые поддержки, да, реально очень крутые, то есть любаска наваливаешь, очень боком прям сидишь в машине, как влитой. Очень удобно. Алькантара, мое личное мнение, с одной стороны, плюс в силу того, что за этой машиной по любасу можно взмокнуть так неплохо. И поэтому, знаешь, одно дело за кожу вцепился, а тут вроде как ткань поинтереснее будет. Сколько? Тридцаточка? Так, маленечко газку. Ёб твою мать! Слушайте, друзья, все, кто любит тачки, понимаете,
не нужны никакие алкогольные напитки. Ни в коем случае не употребляйте наркотики. Все, что вам нужно, это прийти, взять вот этот автомобиль на тест, покататься и тупо получить от него бешеное удовольствие. Это просто нечто, понимаешь? Я специально сейчас пишу все по-живому одним дублем. Я первый раз за рулем столь мощного автомобиля, только мы нажали на педаль газа. Это нечто. Сижу в машине, на самом деле удобно, но в силу того, что машина такая небольшая, например, мне нужно сиденье либо сейчас прям полностью вниз опустить, потому что, например, тот же самый светофор я особо не вижу. Хотя мы остановились, как положено, до стоп-линии. Прямой участочек просто, друзья, так слегонцульки так. Слушай, она еще простреливает, просто охренеть. Ремень. Я что заметил, то есть он натягивает, да, держит тебя. То есть ты как бы прям газку начинаешь, он тебя прям прижимает, чтобы, понимаешь, не было вот этого эффекта, то, что ты газ в пол. Ну, в общем, вы поняли. Но реально, выхлоп очень крутой. Что-что, но Мерс в этом плане реально на голову всех выше. Стоковый звук – это просто нечто. Особенно, когда передача падает или, ну, переключает, он вот этот прострел, прям вообще кайф. Но это действительно машина, не то чтобы машина, это эмоции. Вот ради чего стоит стремиться работать много, зарабатывать, друзья. Но это просто офигеть какой. Руль реально удобный. Машина, да, она жесткая, она дико жесткая. Даже сейчас мы по ровной дороге едем, небольшие стыки. То есть, да, гаишники спокойно, ребята. Лежачий полицейский. Ну, на двадцатке его проезжаем. Ну, блин, слушай, на двадцатке даже и не так. Как бы я думал, будет жестче гораздо. Слушайте, лето, на улице плюс 25-27 градусов, но прям чуть газку даешь, курсовая устойчивость срабатывает. Отключать ее я, естественно, не буду, я не дурак, я не готов сегодня покупать Мерседес себе. Слушай, что тебе прям вот больше всего понравилось, когда купил автомобиль? Кайфанул от выхлопа? Да, выхлоп, конечно, сразу прям очень понравился, было круто. Но так как я купил зимой, не мог еще прям оценить все скоростные качества. Стоим на тормозе, просто слегонцули до 60 максимум. Она тупо пробуксовывает, да. Она тупо пробуксовывает, друзья. Но она вжимает очень сильно, знаешь, но ты нажимаешь в пол, блин, вот машина не может зацепиться. Вот в этом, я считаю, огромный минус в силу того, что, блин, если вы делаете такую крутую тачку, ну, значит, нужно полюбасу делать полный привод. Вот как сейчас делали BMW-шники на M5, вот это Competition. То есть, получается, она с полным приводом, но если мне не изменяет память, там можно отключить его можно. И сделать только задний. Можно. Вот это круто, правильно? Согласился бы вот на такой вариант? Зимой сел в спокойном режиме, поехал, кайфуешь. Надо тебе понаваливать там, пятачка дать, пожалуйста. Пятаков даешь на тачке? Да, даю. Частенько. Ну и что, резинорасходный материал? Резинорасходный материал, да. То есть здесь на самом деле на заднем приводе такая дилемма. То есть если хочешь разгоняться, нужно ставить очень дорогую, хорошую резину. Но если понаваливать боком, то ее просто тупо жалко. То есть поэтому... Либо резину для того, чтобы наваливать боком, либо для того, чтобы ехать по прямой. Потому что на такой резине, как сейчас, конечно, она с места вообще не зацепится. Слушай, ну ты вообще кайфуешь, я прям не представляю. Вот если бы мне дали бы вот эту тачку дня на три, я бы, наверное, из нее просто бы не вылазил, а в конце мне вообще хер выгнали бы отсюда. Ну серьезно, вот это, знаешь, что, знаешь, Слушайте, друзья, это просто, это зверь, это реально зверь, то есть здесь отклик на педаль газа, я такого отклика не встречал, опять же, V8, 510 сил, 700 крутящего, друзья, 700, при этом автомобиль весит меньше 2 тонн, ну это просто, блин, пушка-гонка. Блин, слушайте, вот как надо жить, парни, к чему я вас хочу подвести, вот человек 26 лет трудится, зарабатывает, владеет автомобилем. Никаких понтов у него нету, никакого пафоса. Старается зарабатывать. Я к тому и веду, что, понимаете, нужно трудиться, ищите свою нишу, зарабатывайте. Вот я когда тестирую такого рода автомобили, для меня это, понимаешь, как пинок под жопу, то, что почему он смог, а я не могу. То есть и я смогу, у меня руки есть, ноги есть, все мы одинаковые. Поэтому, парни, в первую очередь, не нужно никогда никому завидовать. Понимаете, одно, что вы можете 30 таких машин купить, если захотите. Согласен? Да, однозначно. Я также думал, когда вот ходил, все облизывался на разные машины, думаю, блин, ну почему вот у них есть, а у меня нет? Ну, конечно, я могу сказать, что где-то мне везло, но и ошибок было сделано уж очень много, и сколько на бабки встревал тоже, сколько всего было провалено. То есть не гениальный ты человек, у которого нет ни одной ошибки, нет, все нет. Прям очень круто и только все по зеленой.
Просто по теории вероятности, сколько будешь ошибаться, один раз так, ну точно же что-то получится. 100%, да. Вот, поэтому все через ошибки. Фух, я просто в шоке. Я вот порой вот с Артемом общаюсь, он что-то рассказывает, вы, наверное, видите, я прям газку, я даже не могу сосредоточиться, потому что ну, это реально непередаваемые эмоции. То есть в нейтраль мы переводим, знаешь, на светофоре стоишь. Ага, то есть... Ошибка вылезла по подушке безопасности, я по гарантии приехал к дилеру. Правда, они почему-то очень долго это устраняли, там неделю они примерно что-то ковыряли, сказали, перетерся где-то провод, нашли, сделали, все, больше никаких проблем не было. Что думаешь после нее покупать? Вот ты ее сейчас продашь, и что, 4 миллиона у тебя будет? Ну, можно еще чуть-чуть там докинуть будет, но в общем сейчас... Планирую ГТР где-нибудь там сил на 800, по крайней мере на лето. Очень хочется что-нибудь быстрого. Ну, еще быстрее. Еще к мощности быстрее. Очень быстро привыкаешь. Слушай, ну это вообще просто ураган. То есть я даже не хочу разгоняться, мы потихонечку уже 60, ой, 60, уже, ну, в общем, больше, чем 60. Это просто нечто, друзья. Хватит кататься, пора на работу. Друзья, самое время сделать выводы. Машина, конечно, я бы сказал, имиджевая машина действительно для того, чтобы ты получал от нее бешеное удовольствие. Покупать такой автомобиль, как единственный в семье, ну, сами понимаете, непрактично, да и в первую очередь здесь вопрос цены. Чтобы владеть этим автомобилем, нужно как минимум зарабатывать, ну, реально, 500 тысяч плюс, чтобы ты мог без проблем приехать сделать техническое обслуживание у официального дилера, чтобы ты, если вдруг захотел, мог ее доработать, те же самые расходники поменять по кругу, там, тормозные колодки, тормозные диски. Все здесь, если брать в оригинале, действительно дорого. Как зарабатывает Артем, я оставлю на него все контакты, поэтому если вдруг вам интересно, охота с ним пообщаться, что-то у него спросить, все ссылки на его сайт, на его инстаграм в описании. Человек очень приятный, за что ему огромное спасибо, что предоставил нам этот автомобиль. Я же надеюсь, что этот ролик зарядил вас позитивной энергией, что вы получили хоть чуть-чуть долю мотивации, и в понедельник утром вы пойдете на работу с большим удовольствием. Друзья, у нас на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ведь там всегда выходят только свежие новости. Дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч. Всем пока-пока.